Доброе утро, друзья. Всем доброе утро. Сегодня мы едем в Бремен до моего друга, одноклассника. Поедем погуляем. О, Жигули, тройка. О, Рома, помаши. Привет. Едем в Бремен. Сегодня погода не очень. Дождик моросит. Плюс 5 на улице. Зоны кукук. Ну да, чуть-чуть делает зоны кукук. Ехать нам 77 километров. Зеленые везде. Сейчас едем пока по простой дороге. Шнельштрассе или Бундерштрассе, как она по-русски, я не знаю, называется. Проселочная дорога. Скоро будем выезжать на другую. Там на автобан. 28-й. Что это здесь такое? Сейчас будем съезжать на 401-ю. Ольденбург. Маника как? Там канал, корабль стоит, баржа. Здесь баржи ходят. Нет. Чтобы он раздвигался, Андрей. Маленькие баржи проходят и все. Блин, что у вас там, а? Мы его не трогаем. Ну так просто она не будет брыгать. Да, вчера точно так же мы ехали, точно так же она, блин, дергалась. И сидели, ни задника. 20 километров здесь ехать надо будет, потом выйдем на 28-ю. Там канал идет, не видно его. По нему баржи ходят, грузовые, маленькие такие, местного значения. Чем-то грузится эта баржа, сейчас будет. Тут какой-то заводик или что это такое. Баржа идет, корабль вон идет, да, плывет, ну, идет, грузовой какой-то, ну, плохо видно его, по каналу плывет. Но этот канал, по идее, впадает же где-то в Бремене куда-то, они же выходят в море тоже. Thank you.
36 градусов. Заехали в Клопенбург. А, блин, в Ольденбург. Клопенбург. Запутался здесь. Большой город. Город большой тоже. Но тут тоже, по-моему, многоэтажек нету, только свои дома. Дом есть. Не сильно большие, они не больше, наверное, может, 4 этажей. А, вон есть, я вон. Не вижу, что такие большие этажи здесь. Вижу, вон есть. Ну, как эти вышки эти. Мы по центральной улице где-то едем. Вот Opel автосалон. Здесь русских очень много. Плюс 5 на улице показывает. Че, через 800 метров, да? $1.55 дизель на Орале. На 28-й автобан выходить через 500 метров. Все, сейчас будем выезжать на 28-й через 200 метров Бремен. Направление Оснабрюк Бремен. Рейхс нам не получается. Мы стоим на светофоре. Да, теперь играем. Теперь мы едем. Как во сне. Че, Ольденбург все закончился. Мы выезжаем с Ольденбурга. 30 километров. 36. Через 24 километра уйдем. А до съезда 24. Через 24 километра уйдем на единицу автобан, а Айнц. Нет. О, сколько вентиляторов крутится. Здесь тепло плюс 7 градусов. Солнышко пробивается. Переходим потихоньку на единицу автобан Бремен-Гамбург.
проверить, будем 6 километров ехать, да? Потом съедем. Автобан единица. Направление на Гамбург. Знак до Гамбурга 126 километров отсюда. Совсем близко. А дома находимся сейчас 800 с чем-то километров. Не помню точно. Сколько мы проехали? За все это время мы проехали 1033 километра. Пробег машины. В три полосы почти полно. Все, будем сейчас съезжать. Через 600 метров мы съезжаем. Все, съезжаем. Сейчас налево. Направо туда. Бремен. Чё топ? Ну, рот, видишь, стоит. Ну, туда. Километра нам. Когда я сумму еще до следующего слеза. Едем направо. Без экснавея. Солнце светит. Здесь прохладнее, 5 градусов. Мама, что, доехали? Здесь налево. Почти приехали. Все свои дома тоже. Маркет какой-то, но... Он спереди стоит почтовая машина, электрическая полностью, ездит только на электричестве. Полностью? У нас таких нету. У нас еще нету, у нас первые эти организации, которые штрафы клеят на машины, у них первые вот. Полностью электрическая. У нас запретили. Андрей, у нас ничего не запретили, да? У нас еще пока их нету. У нас еще не купили. У нас когда машина моя.
приехали. 250 метров осталось. Мама, приехали, вижу. Здесь все зеленое. Здесь снегом даже не пахнет. Здесь и дождь пока не идет. Чуть-чуть осталось, да. Волжский дом. Чуть-чуть, да, вот уже приехали. Чуть-чуть. Во, видишь флаг Рома? Вот их не дом. Да-да. А вот дядя дом. Дядя дом, да. Вот дядя дом. Дядя дом, да-да. Ты же знаешь дядя дом. Опа. Ту-ту-ту-ту-ту. Пип-пип. Вот и мы приехали.